Всем привет! С вами Бартоломео, со мной вместе Дечима. Привет! И сегодня мы собрались, чтобы рассказать вам... Чтобы дюпать! Да нет, не дюпать. В очередной раз мы будем рассказывать новость, которую мы уже записали. Но потом она Короче, она у нас плохо записалась. Ты пил? Нет. Так, в общем, какая новость у нас? Вот мой основной канал. Мы что-то в последнее время забросили снимать дюбчики и разные видео, поэтому мы с Дэчем объявляем новый... Требуем челлендж. Сами у себя, да? То есть требуем сами у себя челлендж. Видео каждый день. То есть мы теперь, да, на протяжении... Нет, давай начнем это. Самой далекой проблемы. YouTube злой. Так, сейчас вспомню. А, YouTube злой. В общем, что с YouTube случилось в последнее время, я не знаю, но он почему-то стал меньше рекламировать канал, меньше стал, я не знаю, продвигать каналы. В общем, многие ютуберы жалуются на это, не только я, у которого 82 тысячи подписчиков, но еще и PewDiePie снимал видео, там еще другие большие каналы. В общем, люди с этого очень сильно... Ну правильно, интереснее же смотреть, как Spider-Man прыгает. А, да, я не буду говорить вообще, что в топе Ютуба находится в тренде, это отдельная тема, если вы хотите, если чтобы мы... Если кто-то заходил, то... Если вы хотите, чтобы мы рассмотрели с Дэчем тренд и обсудили каждое из видео, которое там находится, оп, ошибочка. Ты хочешь, чтобы я зарезал себя, что ли? Нет, я, не надо. Я же тебе ничего плохого не сделал, зачем ты это делаешь? Да, у нас есть, короче, одна просьба к вам. Это зайти на мой канал, ну вот я сейчас пример покажу на втором своем канале. Во-первых, поставить подписку, если вы не подписаны, это подписаться, и нажать на вот этот колокольчик. Нажимаем на колокольчик, и тут есть галочка «Сообщать мне обо всех новостях этого канала». То есть, если вы поставите галочку, вы будете в курсе всех событий, в курсе всех видео новых, как только я буду... Главное быть в курсе. Да, как только я выпускаю видео, сразу будете узнавать об этом самыми первыми, смотреть дюбчики и радоваться, ставить лось. И писать это за, я первый. Да. Так, дальше. Вот это мой второй канал, на который мы с Дэчем очень редко что-то тоже выкладываем. Ну чё? Что такое ASMR, знаешь вообще? Я, да, это А вот я тоже знаю. А вот кто не знает, можете посмотреть. Это, забегая вперед, расскажу. Это видео записано в стиле ASMR, шепотом нужно говорить. В общем, там такой дюб интересный. Ладно. Так, возвращаемся к первому каналу. И, опять повторюсь, у нас будет челлендж. Друзья, давай прежде чем повторишь, ты откроешь какое-то видео. Нет, я сначала повторю, потом открою какое-нибудь видео. Не, ну так неинтересно. У нас с Дэчем и челлендж. 30 дней к видео каждый день. Пусть это будет дюб, пусть это будет, я не знаю, раздача коробочек, что-то новое, может быть Объявление летсплей. Каждый день. Да, каждый день снимаем, вот это видео будет выкладываться Кто каждый хочет день. Кто хочет знать, как получить бесплатные стикеры ВКонтакте? Вот, и не забываем то, что нужно поставить колокольчик на первый и на второй мой канал и подписаться. Так, дальше. Дэчим искал открыть какое-нибудь видео. Кстати, ты знаешь, что вот это означает красненькая линия, которая вот под видео? Это значит, что ты просматриваешь иногда свои видео. Ну, нет, это на любом видео. То есть, если ты смотрел его, то... просматриваемость видео, которое из твоего аккаунта идет. Ну, смотри, открываю видео. И ты хотел что-то рассказать. Короче, смотри, я слышал инфу, что вот там видишь надпись «Игра Майнкрафт». «Игра Майнкрафт» где? Ниже чуть-чуть, вот видишь, да? Ну. Тут, короче, вон видишь кнопочка «Еще». Угу. И когда на нее не нажимаешь, происходит чудеса. Не нажимаешь или нажимаешь? Нажимаю. Хорошо, я нажал на нее. Сколько чудесных ссылочек, вот как по ним можно... Представляешь, Дэйч, вот я сейчас вспомнил, есть люди, которые до сих пор... Да что ты вылазишь, уходи. Есть видео. Заметил, да, что она просит? Есть люди, которые не знают, где мой находится, например, контакт. Вот он, смотри, вот он есть. Где я стримлю иногда. Вот тут. Я, давайте составим его в Инстаграме. А там можно писать в Инстаграме? Ну, конечно, под фоточками же можно писать вроде, нет? Придется что-нибудь новое выложить, а то я давно не выкладывал. И некоторые до сих пор спрашивают: «Барт, пришли мне айпишник своего сервера». Вот же, вот ссылочка «Мои сервера». Нажимаете сюда, попадаете на сайт, на котором есть кнопочка «Зарегистрироваться», «Скачать лаунчер» и попасть в банлист, да? Ну как? В банлист попасть, ребята, очень просто. Заходите на сервер, я вас научу.
Не надо. Заходите на сервер, пишите Бартоломео, молодец. А, ну и попадайте в банлист, ну это да. Шанс маленький. Да, вот разные сервера у нас есть, на любой сервер нажимаете и, например, не знаю, на хайтич. Почему-то все время, как я говорю, Бартоломео молодец, почему-то на всех остальных серверах я именно туда и улетаю, поэтому почему бы нет? А вот смотри, моды, например, можно посмотреть, привилегию, наборы, подать заявку на хелпера. То есть, видишь, у нас на сайте куча вот всего интересного. Мне нравится, которая... Где? Тут ниже. Вот, вот, красиво. Приятные игры на наши проекты. Но выглядит как будто видеть. Хэллоуин у тебя. Дневной Хэллоуин. Приятные игры на нашем проекте. Вот, ладно. Так, вроде бы об этом... Можно взять еще, например, наши сервера. Там тоже много красиво. Я нажму на коробочки. Коробочки это вообще просто... Да, тут описание серверов разное идет, я так понимаю. Вот, в общем, я думаю, мы рассказали самые главные новости. То, что, повторюсь заново, у нас челлендж, каждый день видео. Это раз. Вот у меня вопрос, а что если мы не справимся с челленджем? Давай придумаем, что будет. А давай мы тогда из комментариев выбираем любое желание, которое пишут люди. Вот под этим, именно под этим видео. Например, там, я не знаю, Барт, снимись с вебкой. Я не знаю, Барт, давай... раздачу. Ну, я не знаю, короче, придумывайте разные варианты, пишите. И если мы хоть один день пропускаем, то мы берем любое из желаний, которое вы напишете, и выполняем его. Пропустим 2 дня, выполняем 2 желания. Ну и так далее, как бы. Вот мы это, максимум это, 30 желаний понимаешь, исполняем. Я вот чисто со своей логики. Я чувствую, что здесь какая-то подстава. Знаешь, люди додумались, собрались, объединились, и все пишут Барт всем ГМ, и другого желания нет, вообще ни одного желания, и нам ничего не останется. Подстава вот такая быть, и все. Ну ладно. Вот, и насчет колокольчика. Подписывайтесь, ставьте колокольчики. С вами был Бартоломео. Кстати, вот, еще вспомню последнее. Хорошие друзья, супер каналы. Посмотрите, тут есть разные Дэйчи, Матэйчо, Флинтер, Russian Game One, и другие. Все. Энвик, кстати, клевый человечек, я знаю. Всем пока-пока. Пока-пока.